Сегодня будет мой первый шаг к тому, чтобы вернуть титул чемпиона ACBKB. Я не знаю, сколько боев мне нужно выиграть, но знаю, что должен побеждать всех, кто встанет у меня на пути. Все будут болеть за Тютерева, я это прекрасно понимаю, но я покажу всем, что я сюда не на вечеринку приехал. Я не собираюсь шутить и играть в игры. Я приехал драться, и мне все равно, что весь зал будет болеть за него.